Химках наградили призеров конкурса «Лучший подъезд». Жители дома номер 20 по улице Планерная стали победителем соревнования, которое провели ДЭС ЖКУ. Мы надеемся, что вы дальше будете проявлять инициативу в оформлении. И мы будем вас тоже радовать. Спасибо большое. Чтобы занять второе место в конкурсе, жители объединились. Совместными усилиями провели ремонт, наладили освещение. Теперь подъезд радует взгляд. На подоконниках цветы, на стенах зеркала и элементы декора. И поставили новый домофон, поставили видеокамеры. Так как у нас подъезд достаточно такой стильненький, с красным кирпичиком, мы решили вот дальше как-то вот продолжать наводить красоту. Выбрали сами современную плитку для холла. Организаторы надеются, что подвигнут ключам быть еще более инициативными.